Вот тебе и тайм, смотри, лорда билды скопировал. Билд. Против зерга. И сам Марин Лорда раскатал просто. Пользователь AeroCT активировал премиум на ваш канал. Спасибо, AeroGTR. Слушай, не знаю, как ты его активировал, у меня что-то не активировался он вообще. Мне не писали. Так, ребят, запись на ютубчик поставил на заливку. Перезахожу на евро сейчас и будем проходить, в общем-то, ноумы. Допроходить, я бы сказал. Но я сегодня заново пройду. Зачем? Для того, чтобы прохождение вот этих частей было одним водом просто выложено. И плюс, пока я прохожу предыдущие миссии, возможно, будет уже 18.00, как бы, и подтянутся с работы те, кто, как бы, хотел посмотреть решающую миссию прохождения. Я буквально через секундочку приду, потому что чаек о себе дает знать, и нужно отойти на секунду. Слушай, может, ты что-то затупил, как бы, не может такого быть, что 26 дней и... Может, ты какой-то другой до этого активировал, я не знаю. Странно, короче, не понимаю, в чем прикол. Сейчас приду. Так, я здесь. Не, просто если галку не проставил сразу активировать, он сразу может и не активироваться. В общем, прикол.
Так, спасибо за стрим, еще рано говорить, ребята. Давайте я переименую, посмотрите компанию, будет интересно в любом случае. Сейчас я переименую везде. Так, погодите, а как заново-то начать? Я что-то не понял. Рок поддержал ваш канал на сумму 1777 рублей. На Певчанский. Хрена себе, GTR, респект тебе. Не жирно ли, не жирный стану я... Я пиво пью раз в полгода, там пол-литра, ну и то, как бы там, друзья, если сидят. Ты чё, блин, какие певчанские. Спасибо большое за поддержку. Певчанские, блин. И те рекомендую много не бомбить. Если уж хочется, берешь крепенького, воды, например. Идешь на природу. Маринуешь мяско, овощи, пока лето. Баклажанчики великолепные. Еще что-нибудь. Короче, спасибо за поддержку в любом случае. Не буду грить, а то мне уже что-то захотелось пойти туда как раз это все делать. Давайте, ребят, короче, заново. Со всеми заставками, со всеми делами. Агент X41822M. Приготовьтесь к проверке экипировки. Пройду заново, но сегодня с последней миссией. Данные засекречены ради вашей безопасности. Я думаю, быстро будем проходить достаточно. Встаньте и опустите визор для калибровки. Не, ну со всеми ачивками я не буду сейчас тоже посходить. Это слишком геморно на самом деле. Призраками попробую побыстрее пробежать, но не уверен, что получится. Калибровка завершена. Короче, спасибо, ребят, всем за поддержку. У вас стресс. Очень приятно. Сохраняйте спокойствие. Давайте проверим систему маскировки вашего костюма. Поняла. Активируйте режим маскировки. Привет, Алекс Пенкин. Это тем, у кого свой сад есть, как бы. Проверка завершена. Отключите маскировку. Отключите маскировку. Вот 54. Агент сбежал. Срочно вышлите подкрепление. А зачем инвиста включать, выключать, не понимаю. 25 энергии потеряла. Типа нельзя невидимой допросить, что ли. Нова на связи. Я на зашифрованной частоте. Запрашиваю срочную эвакуацию. Не могу ничего вспомнить.
Нова? Думаю, нам стерли память и теперь держат на хорошо охраняемой базе. Кстати, мы должны сбежать и выйти на связь с Доминионом. Получается, в Нове всего 9 миссий будет, что ли? Я надеюсь, они будут еще миссии делать. На самом деле, это прикольно. Как бы, это получается, что основная кампания кончилась, а тут про побочных всяких персонажей, про побочные расы, про Талдаримов тех же. Бежавший агент все еще здесь. Если не сдастся, ликвидируйте ее. Выдвигаем. Что это за звук? А, что тут-то выдвигаем? Легко, я помню. Здесь выдвигаюсь. Быстро проходится все. Вы это слышали? Поняла. Поняла. Выполняю. Поняла. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Уже в пути. Поняла. Уже в пути. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Чую заварушку. Выполняю. По приколу зашелся, да? Найдите ее немедленно! Эти в баню, блин. Мы ее потеряли. Продолжаем патрулирование. Заварушку. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Патрулируйте, патрулируйте. А вот это что здесь стоит, кстати, я чуть не помню. Уже в пути. Во что? Вижу ее. Пошел ты. Поняла. Во что бы то ни стало. Выполняю. Чую заварушку. Может, какие-то секреты здесь есть? Выдвигаюсь. Поняла. Выдвигаюсь. Я справлюсь. Поняла. Получилось. Я справлюсь. Так, я добыла винтовку. Хорошо, но этого мало. Тебе нужно попасть в исследовательский блок. Это не стало. Уже в пути. Поняла. Чую заварушку. Да я понял, что стену надо было обходить. Державший агент здесь. Шевелитесь, шевелитесь. Я справлюсь. Осторожно! Псы. Вы чё, псы, блин? Не вижу цель. Быстро уходим! Что бы ты ни стало. Поняла. Выполняю. Выдвигаюсь. Выполняю. Я справлюсь. Уже в пути. Чую заварушку. Впереди хорошо укрепленная позиция. Пока тебе лучше избегать встречи с ними. Чую заварушку. Бесполезно. Они присылают подкрепление. Это... Что здесь произошло? А-а-а. Где-то рядом должны быть импульсные гранаты. Они хороши против скоплений противника. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Выполняю. Выдвигаюсь. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали. Вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Поняла. Медпомощь получена. Уже в пути. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Поняла. Неприятный сюрприз. Нова, нас собираются качать. Да ну, что-то я тут прогнал. Ладно. Сил. Сейчас, короче, сюда дойдем, гранатки возьмем. Что-то я уж подзабыл, как там попроще-то будет. Убивать их всех или нет, только кренделек со своим рублем подъехал. Кстати, AeroGT, ты откуда вообще скидывал деньги, поддерживал? Отлично. С карты что-то проблемы теперь какие-то. Я смогу пойти дальше по коридору. Последнее время. Поняла. Отличная штука. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали. Вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Неприятный сюрприз. Нова, нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил.
Кого там где казнят, я не понимаю. Казнить призраков Доминиона! Это будет непросто. Чую заварушку. Поняла. Я думала, меня убьют. Пройдем. Нужно найти вас. Остальных. Без нас они пропадут. Поняла. Следую за тобой. Выполняю. Поняла. Сюда! Поняла. Тоже. Это не солдаты Доминиона. Нова, что происходит? Ничего не понимаю. Что происходит? Попёрли, пёс! Куда вы идёте-то, блин? Давай за мной. Я справлюсь. Во что бы то ни стало. Балбесы, поняла. Сюда быстрее. ГГшечка им. Или нет? Проклятие. Да и пошел. Я не выбегаюсь. Буду заново проходить. Чую, заварушку не прошли. Поняла. Во что бы то ни стало. Я справлюсь. Выполняю. Выдвигаюсь. Поняла. Поняла. Не лезь туда. Уже в пути. Выдвигаюсь. Чую, заварушку. Куда идти-то, я чуть не понял. Я справлюсь. Чё-то я опять заблудился. Прошу прощения, выполняю. Ребят. Поняла. Поняла. Чё-то я не отдупляю. Куда я вообще? Я что-то опять забыл. Куда? Союзников атакован. А, сюда идти. Выдвигаюсь. Выдвигаюсь. Выполняю. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Поняла. Уже в пути. Ступай. Поняла. Выдвигаюсь. Надо самому было подставиться. Открываю огонь. Выдвигаюсь. Поняла. Где остальные? Они мертвы, Стоун. Пойдем. Они мертвы. Это я, Госу, а они мертвые. Надо понимать это как бы. Да-да, заново пройду. Для чего? Чтоб просто, может, так, 6 часов будет, придут, кто последнюю нужно миссию не видел. С местным гарнизоном Доминиона. Лучше покинем планету. Здесь даже у стен есть уши. Неподалеку отсюда есть челноки. Быстрее всего до них добраться на стервятниках. Ладно, тогда вперед. Ладно, поехали. Да пофиг там эти ачивки. Будет время, сделаю сам. Ачивки я без стрима обычно, когда делать нехрен вообще. Когда просто упоролся. И делать нечего. Попроходи. Пошел в попу. Мы с ними разберемся.
Леона вообще, кстати, беспонтовые. Над нами банши. Эти-то хоть снайпершотят немножечко. Да вы прогнали, что ли, блин? В этой вообще никогда не проигрывал миссии, блин. Чё-то я тоже мертвый, как эти призраки сегодня. Ну ладно, вторая попытка. Сначала там сам уехать-то или откуда? Над нами банши! А, нет, с баншей. На просто не жалеть гранат, ничего не жалеть. Хорош напершотит меня уже, братан. Да ну, вы чё, прогнали что ли? Вперед ломанулся. Наверное, слишком на расслабоне. Ладно. Это что за черта? Лезь быстро. Да ну вы прогнали, я что-то... хорош, аптечки пропускать! Что-то сегодня я невнимательный какой-то. Что происходит-то сегодня вообще? Вчера просто сел, как бы проехал и вообще даже не попадал никто. Сейчас спешу что-то, как бы кликаю. Тайм прошел бы эту миссию или нет, не знаю. Ладно, сейчас пройдем нормально все. Это что за черта? Орудие к бою. Чем он меня задевает-то постоянно?
пускает меня, говнюк этот. Получилось. Нова, ты первая, я следом. Сперва ответь на мои вопросы. Ты хочешь узнать, что случилось, или выбраться отсюда живой? Ладно. Поехали далее. Всем кораблям Доминиона. На связи агент X41822N. Запрашиваю немедленную эвакуацию. Прием. Принято. Не покидайте судно до прибытия эскорта. Сложите оружие и ждите дальнейших указаний. Это мы все уже много раз видели, но пусть мультики будут тоже, это часть компании. Адмирал Хорнер. Расскажи, что ты помнишь? Я сбежал из неизвестной базы. В корабле было до хрена места, они вдвоем не улетели. Может, противоперегрузочная капсула какая-нибудь одна. Несколько месяцев назад ты и трое других призраков пропали без вести. Значит, я не на задании, а вы не знали, что я здесь? Нет. У нас есть данные о твоей связи с террористической группой «Защитники человечества». Тебя обвиняют в измене Доминиону Тиранов. Но я всегда была верна Доминиону. Вы же знаете. Это не важно. Скоро прибудет Валериан. У него много вопросов. Адмирал Хорнер, к нам направляются силы зергов! Всем на свои посты! Нова, я тебе верю. Ты не из тех, кто может нарушить резерв. Но тебе придется доказать свою верность. Если ты правда так хороша, твоя помощь нам пригодится. Ну что? Капитан, доложите, что происходит на поверхности. Трудно сказать, сэр. Зерги заражают планету. Их главный улей расположен в горах неподалеку. Зерги стали атаковать слишком часто. Доминион никак не может оправиться. Но такого еще не было. Адмирал, я могу атаковать зергов, пока они будут пробираться по этим ущельям. Чем меньше дойдет до базы, тем дольше мы продержимся. Неплохо. Мы построим для тебя аванпост в горах и выделим отряд головорезов. Они экипированы паучьими минами. Используй войска с умом, и тогда мы выберемся отсюда живыми. Я поняла. Так, ну что, экипировочку подвезли, да, там? Здесь все выбрано. Здесь все нормально, погнали.
Это я проходил уже. Мне больше интересны вот новые три миссии, там как бы понапряжнее, но вы видели вчера, я тоже прошел, там все достаточно просто, как бы. Мы заняли позицию и готовы выдвигаться. Нова, пока не забыл. У Свона кое-что есть для тебя. Я тут работаю над новым костюмом. Его бы испытать, а? Маскировку пришлось убрать. Но зато ты сможешь прыгать, как головорез. Ну, как тут откажешь? Я отправила сигнал тревоги императорскому флоту. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Какова ситуация? Кара небесная! Нова на связи. ГСМ готов! Поняла. Слушаю! А как же? Ладно. Разумно. ГСМ готов! Кому? Готов. Выполняю. Уже в пути. Положись на меня. ГСМ готов. Ближе к делу. Поняла. Поняла. Выдвигаюсь. Я обо всем. Нова, отступай. Зергов слишком много. Нам нельзя терять людей. Зерги приближаются с севера. Будь наготове. Ладно, давай пусть пройдут там. Лягушоночка. Слышу тебя хорошо. Вот да. Жду подтверждения. Поняла. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Повтори. Слышу тебя. Смерть на пороге. Так, еще одна группа идет с востока. ГСМ готов. Нет, без всех ачивок, но заново, да. Снова на связи. Повтори. Так, кстати, я тут смотрю, а что если вот эту ЦЦ-шку убить и здесь свою, например, поставить? Ситуация. База союзников атакована. Они все бесполезные. Жду подтверждения. Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть медики. Слушаю. Улучшение завершено. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Повтори. Снова на связи. Какова ситуация? Повтори. Когда надела? Повтори. Какова ситуация? Смерть на пороге. Я засекла гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. Подтверждение. Какова ситуация? Опа. Нельзя убивать. Я понял, короче. Ну, я по-другому сейчас сделаю. Просто рядом с их ЦЦ-шечкой надо поставить свою ЦЦ-шечку. И еще можно рабов им популяцию сократить, чтоб не борзели лишний раз. Я отправила сигнал тревоги императорскому флоту. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Престукара небес. ГСМ готов. Выдвигай. Повтори. Ближе к делу. Положись на меня. Поняла. Начинаю штурм. ГСМ готов. Разумно. Непременно. Ладно. Чего тебе?
головорезы! Уже ты готов! Ликвидируют цель. Повтори. А! Чего пугать? За твой счет. Да-да. СМ готов. Заметил. Зерги приближаются с севера. Будь наготове. Тебе чего тебе? СМ готов. Нет ничего проще. Слушаю. Ладно. Слышу тебя хорошо. Что происходит? Выполняю. Есть работенка. Повтори. СМ готов. Нова на связи. Какова? Слышу тебя. Так, еще одна группа идет с востока. Принято. Уже в пути. Непременно. Жду подтверждения. Поняла. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Ближе к делу. Поняла. Положись на меня. Выполняю. Уже в пути. Кого подлатать? Повтори. Что происходит? Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть медики. СМ готов. Если бы что-нибудь посадить бы его. Слышу тебя хорошо. Я обо всем подам. СМ готов. Нова на связи. Гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. СМ готов. Положись на меня. Поняла. Слышу тебя. Смерть на пороге. Снова на связи. Вы... Повтори. Не вешай. Кого подла? Снова на связи. Повтори. СМ готов. Новая атака. Отмечаю координаты противника. Смерть на пороге. СМ готов. Приступит. Но... Смерть на пороге. СМ готов. Повтори. СМ готов. Поняла. Какова ситуация? Атаковать. Эй, Нова. Похоже, зерги решили атаковать один из наших исследовательских центров. Мои ребята до сих пор там. Поможешь им выбраться? Заодно можешь прихватить наши разработки. Я постараюсь. База союзников атакована. Нова на связи. Жду подтверждения. СМ готов. Улучшение завершено. Смерть на пороге. База союзников атакована. СМ готов. Опа! Что я сейчас сделал, ребята? Вы сами все видели. Так косячить нельзя. Ближе к делу. Они бросают против нас разорителей. Остерегайте их едкой желчи. Атаковано. Повтори. Смерть на пороге. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Повтори. Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Снова на связи. База союзников атакована. Жду подтверждения.
Войска союзников атакованы. База союзников атакована. Смерть на пороге. Будь начеку! К нам движется противник! Непременно. И это все. Вступаю в бой. Войска союзников. Нова, слишком поздно. Комплекс у кранты. У ребят не было шансов. Вы прогнали? Заново начинаем. Да, газ надо обязательно сейчас занять будет. Надо все там занять, короче. У ребят не было шансов. Бедные ребята. Жду подтверждения. Я отправила сигнал тревоги императорскому флоту. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Какова ситуация? Повтори. Выполняй. СМ готов. В атаку. Слышимость отличная. Открываю огонь. За газы-то меня хоть не забанят, я надеюсь. Снова на связи. Да! Чего? СМ готов! Слушаю! Слышу тебя хорошо. СМ готов! Непременно! Повтори. Поняла. Ублюдок-то строит сразу, блин. Жду подтверждения. Зерги приближаются с севера. Будь наготове. Повтори. Кому перерезать глотку? Нет ничего. СМ готов. Положись на меня. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Выполняю. Я обо всем позабочусь. СМ готов. Поняла. Поняла. Снова на связи. Уже. Когда надела? Чего тебе? А? Есть работа? Что с рисунком? Какова ситуация? Так, еще одна группа идет с востока. СМ готов. Ну давай ты ее и законтролишь тогда. Слушаю. Слышу тебя хорошо. Повтори. Выдвигайся. СМ готов. Поняла. Слышимость отличная. Смерть на пороге. Нова на связи. Жду подтверждения. Когда надела? Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть медики. И все же главные подходы к базе было бы неплохо заминировать. СМ готов! Кому? Какова ситуация? СМ готов! Жду подтверждения. СМ готов! Снова на связи. Я засекла гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. СМ готов. Какова ситуация? Ближе. Где там эти гиблые? Слышимость отличная. СМ готов. Положись. Пацаны, вы куда прыгаете, Валерики? Координаты противника.
Какова ситуация? Режим готов. Какова ситуация? Слышимость отличная. Где они там идут-то? Непременно. Снова на связи. Я обо всем позабочусь. Жду подтверждения. Ладно, повтори. Какова? Эй, Нова. Похоже, зерги решили атаковать один из наших исследовательских центров. Мои ребята до сих пор там. Поможешь им выбраться? Заодно можешь прихватить наши разработки. Я постараюсь. База союзников атакована. Пойдемте в этот раз с контролем, пожалуй. А вот под... когда надела. Повтори. База союзников атакована. Вон. Комплекс зачищен. Вот и славно. Все, что найдешь, твое. Бери, не стесняйся. Кому перерезать глотку? Слышу тебя хорошо. Они бросают против нас разорителей. Остерегайся их едкой желчи. Праздник боли. Жду подтверждения. Ближе к делу. Поняла. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Поднимаюсь. Положись на меня. Поняла. Слышу тебя хорошо. Уже в пути. База союзников атакована. Войска союзников атакованы. Еду. Будь на чеку! К нам движется противник! Режим готов! Выкладывай. Так, где Риппер-то? Нова на связи. Когда на дело? Они узнают, что такое. Жду подтверждений. Слышу. Режим готов. Повтори. Я бы. Что с ним? База союзника атакована. Жду подтверждения. Повтори. Жду подтверждения. Снова на связи. С этими разобрались. Самое время подготовиться к следующей атаке. Вижу надзирателей возле ущелья. Думаю, они перевозят подкрепление. Перебей их, если хочешь разместить там свои войска. И присмотри места, где можно построить бункеры. Нам пригодится дополнительная огневая поддержка. Поняла. Смерть на пороге. Повтори, какова ситуация? Жду подтверждения. Когда надела? Слышу тебя хорошо. Выполняю. Снова на связи. Какова ситуация? О, тебе это не понравится. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. Смерть на пороге. Положись на меня. Поняла. Выдвигаюсь. Какова ситуация? Смерть на пороге. Слышу тебя хорошо. База союзников атакована. Готовимся к очередному штурму! Ситуация. Где враги-то, чертовы? Это все. Ладно. Ага. Повтори. Вот да. Жду подтвердного на связи. Режим готов. Жду подтверждения. Уже в пути.
Какова ситуация? Я обо всем слышу тебя. Смерть на пороге. Какова ситуация? Повтори. Выполни. Когда они? Слышу тебя. Какова ситуация? Нова! Внешняя линия нашей обороны едва держится. Нужна помощь! Смерть на пороге. Я думал, наши оружейные лаборатории расположены в надежных местах. Но зерги и до них добрались. Не волнуйся, я уже близко. Тебя хорошо. Жду, повтори. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Положись на меня. Так, теперь тут безопасно. И даже осталось кое-какое снаряжение. Бери все. Всегда знал, что ты, девчонка, не промах. Девчонка? Серьезно? А? Бегом, Алар! Нет, брать дороги! Вооружен и опасен! Ладно. Нова, плохие новости. Враг решил напасть сразу с двух сторон. Выполняю. Жду подтверждения. Кому навешать? Давай, удиви меня! Брось дороги! Что за спешка? Какова ситуация? Выдвигаюсь. Нова на связи. Поняла. База союзников атакована. Бегом! Войска союзников атакованы. Поняла. Повтори. Снова на связи. Какова ситуация? Слышу мы тебя. Повтори. Отлично сработали. Противник побежден. Снова на связи. Поняла. Смерть на пороге. Когда надела? Так, ну так, конечно, с занятием вот этой базы получше как-то все выглядит, да? Ситуация. В атаку пошли ультралиски. Тебе лучше поспешить. Че ты орешь-то? Хватит паниковать. Поняла. Повтори. Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Слышу нас отлично. Жду подтверждения. Ближе. Повтори. Снова на связи. Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Кому? Смерть на пороге. К нам приближается что-то большое. Надеюсь, ты готова. Смерть на пороге. Какова ситуация? Слышу. Кому убить? Снова на связи. Не вешай нож, головорезы! Вопрос принято. Кара небесная. Ладно. Слышу тебя хорошо. Чего? Смерть на пороге. Жду. Какова ситуация? Повтори. Смерть на пороге. Жду подтверждения. Слышу тебя. Слышу тебя хорошо. Говноед-то. Надеюсь, моя преданность больше не вызывает сомнений. Твоя помощь ценна и своевременна. Новый. Смерть на пороге. Будет сделан. Жду подтверждения.
Слышу тебя хорошо. Так, ну что, надо крип бы отсюда выбить, а то они что-то оборзели маленько, да? Повтори, жду подтверждения. Ой, здесь крипы ставят просто. Давай, задавим их интеллектом. Берг на пороге. Ближе к делу. Нова, противник собрал все оставшиеся силы для последней атаки. Ты должна задержать их. Кому? Повтори. Кому? Бегом, Мор! Вооружен и опасен. Я первый. Слышу. Жду подтверждения. Какова ситуация? Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Бегом, Мор! Что на новенький? База союзников. Эх, аре. Атакована. База атакована. Наши союзников атакована. Да, ну тут сносят на изичах в итоге. База союзников атакована. Войска союзников атакованы. Адмирал Фордер, над позициями зергов появляются крейсеры. Но это не флот императора. Что? Мне это не нравится. Мы несем тяжелые потери. Нова! Постарайся предельно ослабить врагов. Они передают что-то в эфир. Сейчас подключусь. Так, поехали. Зерги всегда представляли угрозу. И сегодня войска императора в очередной раз показали свою беспомощность. Они не смогли защитить население Барии. Но защитники человечества всегда на страже. Мы сделаем все возможное для вашей безопасности. Адмирал, они прислали нам сообщение. Давай послушаем. Эта планета под нашей защитой. Передайте нам призрака и покиньте ее. Или нам придется принять меры. Черта с два. Нова, отводи войска на нашу базу. Они не смогут нас остановить, пока бьются с зергами. Придется встретиться с императором в другом месте. Так, вот ачивки-то взяты, что ты там пишешь, хрень какую-то. Вот награда есть, все взято. О чем вы говорите? Или все-таки что-то я там не взял? Там же две награды. Походу, там просто надо Нидуса убить и все. Защитники доставили много проблем. Да, мне тоже. Но вместе мы сможем их остановить, пока они не положили конец Доминиону. И вашему режиму. Я не такой, как мой отец. Я служу высокой цели. Думаю, в этом мы с вами похожи. Этот корабль в вашем полном распоряжении. Как и моя спецгруппа. Я рассчитываю на вашу преданность.
Я с вами. Иного ответа я не ждал. Рагель? Ваш специалист по технике и оружию. У него есть кое-что для вас. Нова, по нашим данным, твои воспоминания изменены, но их еще можно восстановить. Это устройство перегрузит твой нейронный ингибитор. Сам процесс не из приятных, но это поможет восстановить твою память. Потерплю. Ну что, сейчас память, короче, пойдем мы... Я вижу только город, где выросла. Но он разрушен. Поедем покрыт на Тарсонис, короче. Этого я не должна помнить. Нет, не на Тарсонис. Я не была там после атаки зергов. Забыл, как она может, называется. Может, и была. Но что защитники человечества Тарсонис, забыли, да, на Тарсонисе? Хороший вопрос. Вам предстоит найти ответ на него. Все, Антиго, да, там еще был Антиго Прайм. Тарсонис. Так вот, что от него осталось. У нас нет времени на ностальгию. Защитники обосновались под этими руинами. Нужно попасть на их базу, избежав встречи с зергами. Понимаю. Почему Валериан переложил это на меня? Для начала я укреплю периметр войсками. Они прикроют наши позиции, пока я буду на базе защитников. Тебе пригодится особое оборудование. Я как раз адаптировал прыжковые приводы для нашей техники. А, понял, сейчас это точно сдерживалка. Да ты шутишь, это просто невероятно. Но тут, я думаю, ядерку надо делать, просто как бы и... Используй их с умом, и нас ждет победа. Так, сейчас чаек что-то прет. Сейчас вернусь. Ну чё? Погнали, короче, экипировка. Что у нас здесь? А, уступы позволяют преодолевать. Так, радиус обзора. Ну все, дальше все нормально, здесь надо. Нашим войскам теперь выбери улучшение. Улучшение всегда можно изменить, если того требуют обстоятельства. Так, Мариком, стимпак. Или хелбата, может, стим сделать. Помни, улучшения уникальны. Две боевые единицы не могут использовать одинаковые улучшения.
Так, Мариком с тем... А. Как интересно. Ну все, короче, поехали. Я думаю, так лучше будет вариант. Стимпак пусть у Мариков, мародерам рейндж, там, танкам, чтобы без лаба строились просто и все. Кстати, без лаба с реактором интересно, будут они строиться или нет. Это бы идеально было бы на реакторе, да, как бы танчиков сейчас масить просто. С реактором по 2, ну отлично, значит, это идеальный расклад, в принципе. С одной факты места здесь немного. Обнаружено заражение. Тебе придется расчистить его, чтобы разместить войска. Вперед! Мы не будем в безопасности, пока все солдаты не займут свои позиции. Какова ситуация? Уже в пути. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Высылайте подмогу! Кого подлад? Какова ситуация? Приказы будут! Снова на связи. Повтори. Слышу тебя хорошо. Режим готов. Ну. Пошевеливайся. Дикий зерк тебя обнаружит. А я-то думала, я эксперт по маскировке. Здесь все заражено. Выглядит еще более мерзко, чем я думала. Уничтожь заражение как можно скорее. Положительно. Слышу тебя хорошо. Повтори. База атакована. Какова ситуация? Давай, удиви меня. Рекорд получен. Повтори. Какова ситуация? Положи. Пристройка завершена. Я обо всем позабыл. Какова ситуация? Так, с заражением разобрались. Теперь можно разместить тут войска. Снова на связи. Вы чё? Выполняю. Какова ситуация? Кстати, знаете, что я вам скажу? Ядерки здесь вообще не помешают совсем.
подтверждение. Нова на связи. Рисен готов. Повтори. Жду подтверждения. Слышу. Жду подтверждения. Слышимость отличная. Нова на... Повтори. Рисен готов. Я обо всем позабочусь. Боюсь, тебя ждет новая встреча с зергами. Приготовься к бою. Что ж, мы ведь здесь не на отдыхе, правда? Нова, я завершил подготовку ядерной ракеты. Мы проведем запуск по твоей команде. Отлично, Райгель. Она пригодится, когда меня попробуют задавить числом. Выдвигаюсь. Уже в путь. Какова ситуация? База атакована. Но жду подтверждения. Какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Жду. Вступаю в бой. Ложись. Какова ситуация? Нована. Повтори. Поняла. Нова, я засек возле тебя грузовой корабль защитников человечества. Спиды в ходе атаки зергов. Выжившие есть? Несколько доминионских военнопленных. Им нужно помочь с эвакуацией. Я этим займусь. Эйзен готов! Сколько вот! Куда? Вооружен и опасен! Эйзен готов! Посылайте по базу! База атакована. Жду подтверждения. Активность зергов нарастает сразу в нескольких ульях. Похоже, ты заварила серьезную кашу. Да, я это умею. Надеюсь, тебе не придется ее расхлебывать. Какова ситуация? Повтори. Какова ситуация? База атакована. Ядерная ракета готова. Жду подтверждений. Повтори. Какова ситуация? Давай, удиви меня! Жду подтверждения. Какова ситуация? Кому навешать? Первое укрепление подготовлено. Оно поможет нам выдержать атаки зергов. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Приказ! База атакована. Повтори. Ядерная ракета готова. Поняла. Посылайте подмогу! Ядерная ракета готова. Выдвигаюсь. Брось дороги! Давай! Какова ситуация? База атакована. А. Выполняю. Готов. Вступаю в бой. Кому наверх?
Снова на связи. Ближе к делу. Слышу тебя хорошо. Слышимость отличная. Снова на связи. База атакована. Какова ситуация? Подсветь. Какова ситуация? Вооружен и опасен. Слышимость отличная. Какова ситуация? Жди подтверждения. Ядерная ракета готова. Полный вперед! Слышу тебя хорошо. Приказы будут! Ложись на меня! Куда стрелять? Повтори. Лицеп готов. Так. Чего пугать? Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Повтори. Слышу тебя хорошо. Я уже заражался. Еще одно укрепление укомплектовано. Отлично. Во всем позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Поняла. Выдвигаюсь. Ближе к ступаю. Еще одну бомбежечку сейчас сюда. Хорош, пацаны. Еще одно укрепление готово к бою. Осторожно, на моих сканерах опять зерги. Они летят к тебе с юго-востока. Какова ситуация? Кому? Чего тебе? Что стряслось? На твой счет. Да. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Повтори. Жду подтверждения. База атакована. Ступай в бой. Ядерная ракета готова. Но каков? Повтори. Жду подтверждения. Пац. Снова на свет. Так, сейчас реперка туда еще посадим одного. Укрепление в боевой готовности. Осталось последнее. Кому наверх? Пристройка завершена. Приказы будут! Повтори. Наши КСМ атакованы. Кому навешать?
Сейчас рванет. Жду. Пристройка завершена. Лана Новикова! Выдвигаюсь. Ядерная ракета готова. Выполняю. Уже в пути. Слышимость отличная. Прошло, поехало. Брось дороги! А, это последнее укрепление. Давайте-ка пока. База атакована. Ядерная ракета готова. Сейчас рванет. Выдвигаюсь. База атакована. База атакована. Что на новенького? Фуршеранул маленько его. Повтори. Я нашла выживших. Они целы, невредимы и хотят помочь нам в бою. Здесь еще какие-то чертежи защитников. Пришлю их тебе. Как интересно. О, медики. Посылайте подмогу! Приказы будут? Уже вступаю в бой. База атакована. Вооружен и опасен! Снова на связи. Брось дороги! Жду подтверждения. Есть самолет! Кругом враги! Положись на меня. База атакована. Вооружен и опасен. Так, все, мародерчика послали. Повтори. Какова ситуация? Нова на связи. Слышу тебя хорошо. Периметр готов. Перехожу в режим тайного проникновения. Тайное проникновение. Любопытно, чем они тут занимаются. Стоп, это выглядит знакомо. Да? Тут склад оружия. Вижу какой-то прототип энергетического меча. Энергетический меч. Я должен его изучить. Конечно. Но сперва полевые испытания. Выдвигаюсь. Выполняю. Уже. Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Поняла. Разбиться на патрули! Я обо всем позабочусь. Эй! Кто это сделал? Выполняю. Уже в пути. Поняла. Ближе к делу. Поняла. Положись на меня. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Кто здесь? Враг замаскирован. Отходим! Уже в пути. Ближе к делу. Поняла. Положись на меня. Поняла. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Уже в пути. Эй, кто это сделал? Выполняю. Положись на меня. Поняла. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Уже. Беги! Я задержу противника! Так, уходим немножечко назад. На меня. Поняла. Я обо всем позабочусь. Я что-то чувствую. Дайте в баню. Выполняю. Положись на меня. Слышимость отличная. А это кто? А, это снизу там стоит. Выдвигаюсь. Поняла. Поняла. Уже в пути. Поняла. Уже в пути. Ближе к делу. Слышимость отличная. Положись на меня. Здесь призрак! Сообщите командиру! Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Поняла.
Поняла. Так, кажется, я кое-что нашла. Райгель, ты был прав. Это узел связи. Давай-ка послушаем. Обнаружено проникновение. Всему персоналу срочно покинуть комплекс. Он будет уничтожен. Мне кажется, это излишние меры. Нет, я понял. Наша цель превыше всего. Я завершу приготовление. Защитники эвакуируют базу. Райгель, у меня мало времени. Выясни, куда он отправился. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Положись. Скорее всего, впереди еще один узел связи. Мои сканеры не могут определить это точно. Мне пока и этого хватит. Уже. Да, ну, короче, не, это я что-то косячнул. Надо прыгнуть, убить и отвалить. А я там что-то какие-то кидаю гранатки. Ну, тут ладно, рядом начну. Всего впереди еще один узел связи. Мои сканеры не могут определить это точно. Мне пока и этого хватит. Поняла. Это что сейчас было? Слышу быть отличное. Не, это я попужил вот этого. Надо крайнего все-таки. Многовато юнитов. Многовато юнитов. А, кстати, почему я гранатками не пользуюсь? Можно, кстати. Ближе. Ладно, сейчас попробуем. Поняла. Поняла. Скорее всего, впереди еще один узел связи. Мои сканеры не могут определить это точно. Мне пока и этого хватит. О! Это что сейчас было? Ложись на меня. Слышимость отличная. Да, тут все просто на самом деле, очень даже. Поняла. Уже в пути. Поняла. Ближе. Вот ты где. Спасательные челноки готовы. Всем покинуть комплекс. Выдвигаюсь. Ближе к делу. Выполняю. Поняла. Я обо всем позабочусь. Положись. Излучатель включен. Вперед, вперед! Пси-излучатель? Где они его раздобыли? Нет времени выяснять. Скоро здесь будет полно зерган. Поняла. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Держите позиции, пока они не закончат. Я дам приказ к отступлению. Выполняю. Положить на меня. Положись на меня. Уже в пути. Поняла. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Всех челнокам! Да ну, блядь. Всех челнокам живу, уже прошел, но не прошел. Да, не парятся идти дальше. Все равно те юниты не мешают, которые сзади стоят. То есть они не прибегают. Тут. Там до этого был момент, когда проходишь, они в комнату, если всех не убьешь, они в другую перебегают, и как бы их напряжнее там прорезать. Здесь же эти не пробегают никуда. Держите позиции, пока они не закончат. Я дам приказ к отступлению. Вижу я. Уже в пути. Ей удалось скрыться. Поняла.
Что я делаю? Это я подзабрел сюда, блядь. Ладно, не будем спешить. Я так уже много, очень много раз ту миссию проходил, поэтому пофиг вообще как бы. Так, на до прихода лингов кидать это. Вижу врага. Положись на меня. Выдвигаюсь. Поняла. Ну, если до прихода. Так. Секс пропала. Дела там не верю. Вижу ее. Как он достает, ты ж на грани там ранжа стоит. Я обо всем позабочусь. Вижу. Цель движется слишком быстро. Поняла. Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Слышалось отличное. Выполняю. Ближе. Сейчас порегеним немножечко ману, не надо по кдшечке кидать просто. Явиться в пункты эвакуации. Количество зергов растет. Этот излучатель оказался очень мощным. Просто надо постоять немножко. Лучше его обойти. Райгель, ты не шутил. Тут повсюду зерги. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Поняла. Я обо всем. Враг наступает. Держим оборону. Положись на него. Я нашел узел связи. Он должен быть неподалеку. Так вот почему тут так много охраны.
ближе. Слышимость отличная. Поняла. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Ждем, пока проломает. Я обо всем позабочусь. Положись на меня. Поняла. Выдвигаюсь. Так, ну все. Тут. Периметр еле держится. Нова, я отзову войска по твоему приказу. Действуй. Да-да, тут как бы на самом деле изи прохождение. Просто надо стоять, кидать станы, все. Но я люблю всегда для себя усложнить задачу и как бы, ну, пойти вперед. То есть в миссию, где не надо убивать базы чужие, убить. Это потому что, ну, кто хорошо играет, тот поймет. Ждать приказа к действию. Операция началась. Одни умрут, чтобы другие выжили. Цель определена. Ведется подсчет предполагаемых жертв. Райгель, я все выяснила. И? Защитники человечества планируют атаку зергов на мирную планету. Но зачем? Они дискредитируют Валериана. Выставят его слабым. Райгель, погибнут тысячи невинных. Их нужно остановить. Вот так вот. Тысячи невинных погибнут. Картинка это случилось. Опять StarCraft начал купить.
этом же месте вчера вышло. Валера предаст. Но Валера же служит высшей цели. Или может у него попутало что-то? Выставить себя героями, хоть мы и знаем, что это не так. Снижаемся, пора за дело. Пси-излучатель привлек большую часть зергов сюда. Они вырастили ульи и теперь продвигаются. Короче, сейчас моя задача защитить разгромить 6 хаток, севере, чтобы как и вчера, чтобы проще было. Кстати, интересно, если хаты вообще не убивать. Зергов, наверное, адово много будет вообще, походу, да? Это интересно. Мы их эвакуируем. Если справимся с зергами до защитников, то нарушим план врага и спасем много жизней. Верно. Да, и вот еще. Теперь у нас есть банши и голиафы. Голиафи. Отлично. Замаскированные банши успеют здорово потрепать зергов, прежде чем те поймут, что происходит. Нужно действовать быстро. Не знаю, Антох, там кто чё. Несколько сигналов. Скоро к зергам может прибыть подкреп. Возможно, что да. Подготовь банши к высадке вот здесь, а затем нужно будет развернуть базу в этой точке. Будет сделано. Ух, эпилятор появился, да? Да, чтобы убивать эти штуки, надо вот здесь эту брать, короче, тему. А, и, кстати, вместо вот этой темы стимпак. Ну да, все в порядке. Вот, вот так вот. Теперь войска. Я разработал улучшение для банши. Можешь полюбоваться. Головорез используют. Все, так, тут как надо, все остальное. Поехали. Кстати, прикол в том, что нету медиков, чтобы пехоту лечить вообще. Так, LM-683. Нет, это отдельное дополнение уже после Лотва. Оно... Лепс, подчеркивание, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 900 на апгрейды на вы, спасибо за стрим. Спасибо тебе, Лепс.
Они не могли ничего противопоставить зеркалу. Боюсь, планете нанесен непоправимый ущерб. Ищу ульи зергов. Чтобы остановить рост их популяции, нужно уничтожить инкубаторы. Я постараюсь. Слышу тебя хорошо. Слышу тебя. Нома, тебе идут ползучие споровики. Перехвати их, пока они не окопались. Какова ситуация? В атаку! Вижу, ты уничтожила первый инкубатор. Это обнадеживает. Пора взяться за остальные. Повтори. Жду подтверждения. Повтори. Снова на связи. Может, самое время запустить ядерную ракету? Я подготовил запуск. Так, ну что, два убил. Отличная идея, Райгель. Второй инкубатор уничтожен. Ты отлично справляешься, Нума. Нас приятно. Я обнимаю. Слышу тебя. Снова на связи. Поруши. Привет. Повтори. Снова на связи. Да. Слышим их. Отлично. Повтори. Это должно их ослабить. Твое мастерство вызывает восхищение. Не, ну тут изи, когда уже пару раз сыграешь, просто изи. Снова. Вражеское подкрепление уже на подходе. Приготовься отступать. Повтори. База готова. Никита, что только никакое второе дополнение. Это уже началось второе дополнение, на самом деле. Приходит необычный сигнал. Нова, это не зерги. Что происходит? На планету прибыл флот смерти Талдаримов. Идите сюда, псы. Джинара, высшая посвященная Талдаримов. Владыка поручил мне истребить защитников человечества. Не вмешивайтесь. Заманчиво. Но любая атака на позиции защитников повлечет жертвы среди гражданских. Эвакуация невозможна. Значит, у нас нет выбора. Придется... защищать защитников. Только пока не победим протосов. Они используют проекторы щитов для зарядки материнского корабля. Сейчас корабль на орбите. Вероятно, Талдаримы ждут полной зарядки, чтобы выжечь позиции защитников. Значит, нужно уничтожить проекторы как можно быстрее. Все, сейчас уничтожим, что надо. Я вычислил координаты всех проекторов щитов. Вот они. Я займусь ими, как только смогу. Но сперва укреплю оборону, чтобы обезопаситься от зергов. Нова, ты уничтожила достаточно инкубаторов, чтобы сократить их численность. Эти зерги мутировали любопытным образом. Благодаря тебе у меня есть достаточно образцов для создания новой технологии. Не терпится увидеть твой новый шедевр. Какова ситуация? Начинаю штурм. Порублю на куски. Ликвидирую цель. Приближаюсь к цели. Режим готов. Что с лица? Чего пугаешь? Выкладывай. Угу. Снова на связи. Режим готов. А? Что происходит? Повтори. С клинком наголо. Режим готов. Жду. Какова ситуация? Нова на связи. В атаку. Слышу тебя хорошо. Жду. Режим готов. Начинаю штурм. Какова ситуация? Порублю на куски.
Ликвидируют цель. Режим готов. Нова на связи. Лев на связи. Кто меня видит? Я что-то не понял. Датчики показывают, что щиты материнского корабля почти заряжены. Ну ладно, хрен с ним. Отправь войска к проектору. Новое. У нас есть оборудование, способное быстро поставить тебя на ноги. Нужно только немного подождать на базе. Канал открыт. Материнский корабль полностью заряжен. Скоро Талдаримы начнут штурм позиций защитников. Ясно. Я атакую один из проекторов, чтобы их задержать. Я подумал, что не помешает прослушать каналы связи защитников. Думаю, тебя это заинтересует. Корабль пришельцев чудовищно силен. Но гражданские рассчитывают на нас. Мы не можем их подвести. Режим готов. Пути. Нована. Жду. Не игри. Повтори. Слышь? Какова ситуация? Брось дороги! Пристройка завершена. Режим готов. Уничтожили один из наших проекторов. Заставьте их страдать. Она отправила войска к нашей базе. Приготовься к защите. Бросайте. Блин, по воздуху-то нового ничем не бьет теперь. Я обнаружил необычный сигнал с этого острова. Что бы это ни было, оно очень мощное. Звучит интригующе. Я разберусь. Что стряслось? Жду подтверждения. Слышу. Слышь? Блин, столько факторей-то и не прокормить, что-то я тут настроил. Давай, удиви меня! Нова. Щиты Талдаримского корабля почти заряжены. Нова, пора выдвигаться к проектору. Выдвигается. Скорее уничтожь проектор щитов. Все на передовую! Нужно сдержать их материнский корабль! Жду.
прошу подтвердить. Я внимаю. Слышу тебя. Прием. Какова ситуация? Поняла. Повтори. Лев на связи. Сырушка. Лев на связи. Поняла. Чего? Жду подтверждения. Выдвигаюсь. Ближе к тебе. Какова тебе? Нижняя линия обороны прорвана. Отступаем на резервные позиции. Нова, они не выстоят под натиском материнского корабля. Атакую проектор щитов. Повтори. Ближе. Лев на связи. Поняла. Лев на связи. Вступаю в бой. Лев на связи. Враг отступает. Благодаря нам мирные жители снова в безопасности. Доминионские приматы никак не успокоятся. Избавьтесь от них. Нова, они двигаются к нашей базе. Слышу тебя. Какова ситуация? Вся внимание. Чего? Да. Повтори. Жду. Повтори. Ближе. Слышь? Что происходит? Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Жду подтверждения. Снова на связи. Так. Лев на связи. Связь была. Улучшение завершено. Какова ситуация? Проектору щитов. Материнский корабль почти готов к атаке. Лев на связи. Куда лететь? Жду. Здесь какой-то источник энергии. Вероятно, сигнал исходил от него. Я заберу его на базу. Хорошо. Только бережнее с ним. Флот смерти продолжает атаковать. Нова, уничтожь проектор щитов. Держитесь, бойцы! Этому кораблю нас не сломать! Не кричи! Давай! Лев на связи. А? Эй! Не кричи! Лев на связи. Требуется помощь. Новый. Лев на связи. Есть. Выкладывай. Ядерная ракета готова. А, сюда пройти нельзя, ё-моё, я думал, сюда можно пройти. Лев на связи.
понадобится помощь. Я обо всем позабочусь. База атакована. Роты сильны, но мы бьемся за правое дело. Мы выстоим. Найдите и перебейте всех тиранов, иначе я распотрошу вас. Пора сыграть от защиты. Ядерная ракета готова. Ядерная ракета готова. Слышим, да, внимание. Жду подтверждения. Это то, что мы меняли тело или нет? Снова на связи. Снова на связи. Слышу тебя, прошу. Положись на меня. Выполняю. На самом деле имбовая вот во всех миссиях снова на связи. Имбовые ядерки. Повтори. Да, внимание. Жду подтверждения. Да. Повтори. Какова ситуация? Просто повтори. Раз ядерка сейчас. Слышите. И потом два туда и все. Жду подтверждения. Пора. Жду. На связи. Напоминаю, щиты материнского корабля почти заряжены. Жду подтверждения. Выполнить. Куда лететь? Да. Слышу. Три. Положить. Кому навешать? Повтори. Время действует. Атакую проектор щитов как можно быстрее. Укрепить позиции! Фокусировать огонь на корабле! Человечество одолеет инопланетных захватчиков! Победа будет за нами! Пошлите материнский корабль и сожгите эту мерзкую тиранку! И всех ее приспешников! Материнский корабль направляется к нашей базе. Не упусти шанс уничтожить его. Ну, все, я уже уничтожил, не ссы. Нова, Талдаримы отступают. Войска защитников перегруппировались и добивают оставшихся зергов. Эвакуация скоро продолжится. Их спасла тысячи жизней. Но вся слава за эту победу достанется им. Скорее всего. Как бы то ни было, я сообщил императору о нашем успехе. Хотя бы он будет знать правду. Нам и этого хватит. Я возвращаюсь на Грифон. Ну что, погнали дальше. На самом деле, я думаю, что мариками здесь даже проще проходить отчасти, как бы, хотя без медиков. Жертв на Тирадоре 9. Но и это не последняя тревожная новость. Протосы вернулись. Напряжение растет. Пока не ясно, собираются протосы ударить только по зергам или еще по нам. Мы попросили генерала Дэвис прокомментировать происходящее. Генерал? Ужасная трагедия. Я сочувствую пострадавшим. Доминион должен был их защитить. Что касается... Так. Нова. Что тут? У нас гость. Нова.
Позволь представить Аларака, владыку Талдаримов. Ого, для существ, что живут так недолго, вы, тираны, слишком часто дразните смерть. Чего ты хочешь? Того же, что и ты. Из твоих защитников человечества. Привет, Валеру. Они уничтожили. Никс, не задавай тупых вопросов. Избежали до того, как их настиг флот смерти. Не простите мою дерзость. Я разговариваю как вредители, которыми они и являются. Но сперва ты их найдешь. Как я понимаю, это твоя специальность. Если бы я помнила, где они прячутся, то уже была бы там. Но память подводит меня. Ты была одной из них. Ты оказалась полезнее, чем я мог ожидать. Полагаю, ты уже пыталась вернуть себе память. Разум тиранов такой податливый. Все, что тебе нужно, это тирозин. Тирозин? Я даже не представляю, где его взять. А я представляю. И я готов поделиться. Взамен ты приведешь меня к защитникам человечества. Договорились? Ну ладно, договорились. Не знаю, кто команды новые давал, ну, либо это просто как бы те, с кем она бежала, либо какая-то хитрость тут есть. Не знаю. Почему неизвестно? Звучит пугающе. Ладно, давай выясним, что там случилось. Ну, сейчас опять, короче, эти просто зерги. Тирозин собирать. Масс зергов нападает. Но можно им базу убить, просто я уже делал так один раз. Если верить данным Аларака, нам нужно высадиться здесь. Его подчиненные уже укрепились неподалеку. И судя по действиям протосов, они хотят помешать нам добраться до Тирозина. Но почему? Возможно, Аларак хочет избавиться от слабых воинов. Для Талдаримов сила превыше всего. Придется пробиваться к экстракторам с боем и охранять их во время добычи. Я пришлю тебе на помощь воронов и освободителей. Не знаю, где ты достаешь все эти игрушки, но я благодарна тебе, Райгель. Есть еще что-нибудь, о чем умолчал Аларак? А у Рэйвена, кстати, что он вообще может делать? Я засек какие-то формы жизни, но все они под землей. Наверняка рано или поздно вылезут. Мы сильно рискуем. Но если ты справишься, у нас будет достаточно тирозина, чтобы восстановить твою память. Так, экипировку, новый. Во-первых. У тебя появился новый костюм. Эта тема по воздуху стреляет. Вот так вот, короче. Я улучшил наши освободители. Посмотри, когда будет время. Фигао танком. Ничего, я думаю, что так. Здесь все нормально. Банши, банши. Голиафы с ренжом.
Короче, ладно, нормально. Так, погнали. Инвиз либератора. Не, нафиг. Инвиз либера не люблю. Либераторы имба. Без либераторов обойдемся. Погнали. Нова, Талдаримы вышли на связь. В последней битве ты могла произвести впечатление на владыку Аларака, но никак не на меня. Я буду твоим соперником в этом испытании. Победа и вознесение достанутся лучше из нас. По-моему, она еще злится из-за корабля. Придется попотеть. Повтори. Положи. Райгер, ты обнаружил местоположение всех экстракторов. Выдвигаюсь. Естественно. Вот координаты. Похоже, у маджанцы используют биомеханические технологии для ускорения процесса добычи. Изучишь их позже. Сейчас мне нужны войска, чтобы защитить экстракторы, пока идет добыча газа. Черт. Райгер, кажется, я нашла пропавший персонал. Они все заражены. Как скажете. Режим готов. Выдвигаюсь. Режим готов. Выкладывай. Какова ситуация? Я обо всем позабочусь. Вступаю в бой. Режим готов. Выполняю. Поняла. Что происходит? Будет сделано. Что? Режим готов. Повтори. Уже в пути. Замечен враг. Выдвигаюсь. Положись на меня. Ближе все. Режим готов. А? Слышу тебя. Кого? Нос пришло. Нована. Выкладывай. Жду подтверждения. Слышим их. Войска Доминиона! Нам нужна эвакуация! Помогите! Мы в долгу не останемся! Поняла. Поняла. Там сразу добываться начнет газ сейчас. Вступаю в бой. Ваши войска атакованы. Каковать? Кого подлатать? Повтори. Режим готов. Помощь нужна? Повтори. Что тут? Жду. Слышу. Приказывай. Только вытащи нас отсюда, когда все закончится. А, или нет? Нет, нет, по-моему, кстати. Вступаю в бой. Пристройка завершена. А, командир, траектория проложена. Режим готов. Что происходит? Будет сделано. За делом. Сканеры засекли новых зараженных на подходах к базе. Есть, сэр. Какова ситуация? Повтори. Убейте меня! Повтори. Какова ситуация? Повтори. Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Жду. Повтори. Ядерная ракета-база атакована. Эй, тут совсем жарко становится. Понятно. Получим. Какова ситуация? Нова на связи. Вступаю в бой.
подтверждение. Поняла. Улучшение завершено. А? Есть? Рецепт готов. Пристройка завершена. Испытание надолго не затянется. Воины, принесите мне победу! Они собираются разрушить экстрактор. Если у них получится, мы потеряем один из источников тирозина. Рецепт готов! Рецепт готов! Рецепт готов! Войска Талдаримов достигли экстрактора. Если мы не вмешаемся, еще один источник будет потерян. Снова на связи. Поняла. Я обо всем позабочусь. Уже. Жду под... Какова ситуация? Снова на связи. Жду подтверждения. Снова на связи. Повтори. Какова? Жду подтверждения. Лео, на связи. Слышу вы тебя. Повтори. Уже. Слышу тебя хорошо. Требуется помощь. Начинай. Какова ситуация? Жду подтверждения. На связи. Так, еще пару факторий. Слышите? Снова на связи. Рецепт готов. Выкладывай. Какова ситуация? Повтори. Жду подтверждения. Сейчас бомбочки подъедут, нормально. Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Слышу. Рецепт готов. Улучшение завершено. Выкладывай. Рецепт готов. Слышу тебя хорошо. Рецепт готов. Ядерная ракета готова. Сейчас будем стирать понемножечку. Ядерная ракета. Ядерная ракета готова. Уже. Повторяю. Какова ситуация? Ядерная ракета пристройка. Какова ситуация? Пристройка завершена. Поняла. Поняла. Выдвигаюсь. Жду подтверждений. Повтори. Слышу тебя. Пристройка завершена. Будь осторожна. Я засек зараженные танки. Повтори. Жду подтверждения. Начинается, блин, окружили говнюки. Судя по записям у маджанских исследователей, у них было еще несколько шахт. Возможно, они оставили в них оборудование. У маджанские технологии редко сами идут в руки. Я этим займусь. Улучшение завершено. Улучшение база атакована. Есть работенка! Я знаю, что делать. Повтори. Слышу тебя. Что с ним? Новый. Есть? А? Прочь с дороги! Жду подъема. Слышу. Рецепт готов. Что происходит? Слышу тебя хорошо. Что? Уничтожить!
уничтожьте еще один экстрактор. Преподайте урок нашим так называемым противникам. Такова ситуация. Слышу тебя хорошо. Нова на связи. Слышу тебя. Давайте, короче, газ собирать. Мы взяли резвый старт. Первый экстрактор начинает работу. Странно, внутри экстрактора какое-то существо. Процесс добычи газа привлекает зараженных. Все почти так. Скоро нужно будет выдвигаться за тиразин. Засек еще зараженных, которые движутся к тебе. А хороших новостей у тебя нет? Атаковано. Атакую. Лев на связи. Посмотрим. Раунд. В центре можно найти интересные разработки. Обыщи его, если будет время. Договорились. Ядерная ракета готова. Слушайте, держись подальше от моего аванпоста, если не хочешь долгой и мучительной смерти. Согласен. Давай, ладно, побьемся. Она настроена серьезно, а у нас другая задача. Я не уступлю этим слабакам снова. Воины, готовьтесь к бою. Ты оказалась еще глупее, чем я думала. Ладно. Готовься встретить твою судьбу. Нова, Талдаримы выдвигаются к нашей базе. Прими это во внимание. Все, уже отдвигались, пацаны. Нова на связи. Жду. Говорите. Что стряслось? Что там? Слышу. Жду. Слышу тебя. Система. Какова ситуация? Лев на связи. Наши КСМ атакованы. Что происходит? Требуется помощь. Жду. Связь. Пока. Это жалкое подобие битвы меня утомляет. Разрушьте еще один экстрактор.
Не удалось. Снова на связи. Какова ситуация? Кого подлатать? Водишки. Еду. Улучшение завершено. Итак, ты меня не послушала и напала на улицу. Я все верно понял? Я просто хочу выпустить пар. Нова, ты слишком близко к главному улью зеркала. Там нет источников тирозина. Требуется помощь. Требуется помощь. Связь налажена. Слышу тебя. Лео на связи. Есть. Снова на связи. Слышу. Жду. Наши КСМ атакованы. Требуется помощь. Лео на связи. Наши КСМ атакованы. Слушаю. Траектория проложена. Требуется помощь. Как скажете. План полета утвержден. Лео на связи. Требуется помощь. Ядерная ракета готова. Эй! Есть, сэр! Требуется помощь. Требуется помощь. На связи. Повтори. Так, пора сюда. Эй, принимай командование, пока я не закончу. Конечно. Поняла. Обнаружено вторжение. Защитные протоколы включены. Сюрприз. Выкладывай. КСМ готов. Есть, что происходит? КСМ готов. Виспен, наши КСМ атакованы. КСМ готов. Наши КСМ атакованы. Месторождение минералов выработано. Повтори. Снова нас. Каково? Что происходит? Второй экстрактор заработал, но без боя газа мы не получим. Оп. Долдаримы! Да, давайте. Экстрактор. Атакуйте, мы атакуйте. Мы должны всеми силами защищать дыхание жизни.
Ядерная ракета готова. Месторождение минералов выработано. Жду. Снова на связи. Повтори. Требуется помощь. Нова. Экстрактору нужна дополнительная защита. Слышу тебя. Месторождение минералов выработано. Лев на связи. Требуется помощь. Поняла. Жду подтверждения. Месторождение минералов выработано. Еще одна цистерна пирогена готова к доставке. Кого подлатать? Вступаю в бой. Есть. Месторождение минералов выработано. Помощь нужна? Полный вперед! Снова на свет. Райги, принимай еще одну партию тирозина. Месторождение минералов выработано. Слышу тебя хорошо. Так, ну тут... Нова. Тут все в порядке. Эти надзиратели несут подкрепление. Помощь. Слышу тебя хорошо. Требуется помощь. Что стряслось? Жду, повтори. Есть. Это уже третий груз тирозина. Твое усердие приносит плоды. Слышь, снова на тебя. Наши ТСМ атакованы. База атакована. Несите экстрактор! Покажите им нашу истинную мощь! Истинная мощь впечатляет, блин. Не успел посмотреть даже, что тут летело-то. Первый меня бесит. Ядерная ракета готова. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Повторяю. Так, секундочку, ребят. Хотя можно.
связи нам. Нована, кому ты прилетел? Повтори. Канава. Какова же? Нована. Повтори. Жду под ты. Поняла. Требуется помощь. Снова на связи. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Ладно. Пора тут все зачистить. Выполняли. Неспеновый гейзер иссяк. Уже в пути. Связь снова. Позабочусь. Слышимость отличная. Ближе к делу. Положись на меня. Поняла. Выдвигаюсь. Что тут этот бесполезный... Я обо всем позабочусь. Бесполезный какой-то чудик. Жирный инфестор, блин, подземный. Цистерна тирозина ждет, когда ее подберут. Химия минералов выработана. Давайте последнюю на базе там добудем. Ситуация. Лев, на связи. Лев, на связи.
Тут лезут последние, наверное, посильнее. Немножечко волна должна быть, по идее, да? Как раз ядерки подвезли мне. Ядерная ракета готова. Требуется помощь. Ядерная ракета готова. Галеров на связи. Она вам. Какие будут указания? Требуется помощь. Давайте с пацанами пойдем вперед. Галеров на связи. Галеров на связи. Немыслимо. Это примитивное создание победило моих воинов. Ага, уже дважды. Где Алара? Нова, вынужден признать, ты прошла испытание, несмотря на мои сомнения. Добытый тирозин приведет тебя к защитникам человечества, если не разрушит твой примитивный разум. Звучит воодушевляюще. Как мне тебе сообщить, когда я их найду? Когда придет время, я сам узнаю. Ну что, ребят, все, подъехала последняя наконец-то миссия. Ну, кстати, либераторами здесь даже проще гораздо будет проходить. Вот, например, потому что часть настроил их лимит, разложил штук 20 по земле и по воздуху остальных оставил просто и все. Нова, я изучил ваши данные Старсониса и Тирадора 9. Они убедительны, но я не могу выступить против защитников, пока мы не знаем, кто их лидер. Верно. Но у нас есть кое-что еще. Тирозин, вы же знаете, что он делает с людьми. Галлюцинации, безумие. И все же он крайне эффективен для восстановления памяти. Он прав. У нас нет другого выбора. Делайте, что нужно. Ну да, как раз 7 часов, как я и планировал. Протесты нарастают. Вам нужно немедленно эвакуироваться. Да. Я не допущу насилия у стен дворца. Нова, возвращайтесь скорее. И будьте осторожны. Ему бы это тоже не помешало. Он так не думает. Так, Arcadnification, слушай. Я могу сделать процедуру менее опасной. Вот насчет этого без понятия я. Восстановление. Походу нет. Больше времени. Если ты не себе никак. Твою психику значительно уменьшится. Значит, крыша не поедет? Убедил. Давай приступать. Старайся запомнить все, что увидишь. Обследование завершено. Кнопки нету. Слушай, вот не знаю. Хорошо, но... Возможно, что нету, как бы. Если нет другой возможности, то тогда печаль как. Защитники многое сделали для Доминиона. Я рад, что меня назначили к вам. Адмирал верно сказал, что мы будем работать только с лучшими из лучших. Данные о задании в твоем визоре. Кстати, о визоре. В последнее время он как-то странно... Не волнуйся. Когда ты вернешься, мы обновим прошивку. Удачи. Я вспомнила, куда меня отправили в последний раз. Теперь я знаю, с чего начать. Мы на месте, Рэгги. Я точно помню этот город.
Антиго Прайм одной из первых пала жертвой Земли. Так, ну сейчас посмотрим, это было что во всех там новостях. Но о защитниках человечества никто не упоминал. Посмотрим, что там да как. Выясним, что здесь произошло на самом деле. В файлах защитников были вот эти координаты. Остальное не помню. Придется осмотреть каждую точку, собрать данные и попытаться восстановить общую картину. Хорошо. Здесь мы развернем базу, но сперва нужно очистить местность от заражения. Это я могу. За работу. Оп. А, это я помню. Иллюзию пока рано, вот когда она сильная будет, конечно, вообще будет жестко. Че, построить либераторов с инвизом, что ли? Ну, Голиафа пусть здесь останется раньше. Сейчас, секундочку, приду, ребят. Так, все, я здесь. Погнали. Последняя миссия, короче говоря. А тут же разговоры всякие есть, наверное, нужно же разговаривать со всеми еще же. Я что-то ни с кем не говорю, как раньше, блин, в других компаниях. Это косяк. Надо было это поговорить. Это подойдет для базы. Но, к сожалению, в ней еще хозяйничают заразители. Им осталось недолго. Взрыв уничтожил единственную яму заразителей вокруг. Зерги больше не смогут их порождать. Ну ладно, ничего, нужно потом. Ограничить производство мощных войск противника. Когда будут, а все выйдут, следующее зерги дополнение выйдет, когда... Хорошо, я дам знать, когда ты приблизишься. Тогда заморочусь. Нова на связи. Слушаю. Помощь нужна? Внимание! Ну, что, а нафиг инвиз-то, если они... А я думал, это инвиз на все время. Говорите. Слышу тебя хорошо. Вообще ну, бесполезная тема. Слышу тебя хорошо. Не то, что бесполезная, но нафиг не нужна. Конечно.
Флигель, я нашла первую точку. Воспоминания размыты, я должна принять еще одну дозу тирозина. Я буду на связи. Только новости. А, ну если только новости, то пофиг, в принципе. Согласно нашим данным. Так, ребят, всем спасибо за поддержку и за внимание. Сегодня какие-то косяки с поддержкой. Что-то через карты не проходит, медленно там идет, хотя списывает. Ну, видимо, позже придет. И еще через. Не привлекая внимания. Как мы сможем защитить гражданских, когда придет время. Принято. Первое устройство готово к активации, Максвелл. Хорошо. Теперь нужно настроить его для борьбы с определенным видом зергов. Так, ну пусть Бейлин будет как так добрал. Ну что же, мы готовы двигаться дальше. Должна была помочь защитить планету от зергов. Как видишь, план не сработал. Как бы то ни было, ты подходишь к последним гнездам гиблингов по кругу. Да? Хорошо. Сейчас я их уничтожу, и тогда мы избавимся от этих тварей. Давайте-ка пару, знаете что? Гост Академии я сразу закажу. Слышал тебя. Есть. Какова ситуация? Внимание! ГСМ готов! Полный вперед! Повтори. Повтори. Жду подтверждения. Давай. Я вижу на сканерах войска зергов. Они приближаются с востока. Я подготовлю им теплую встречу. Жду под... Слышу. Перестройка завершена. Снова на связи. Входы на станции перекрыты слизью. Если ты их расчистишь, можно будет быстрее передвигаться по городу. Повтори. Что стряслось? ГСМ готов. Повтори. Жду подтверждения. А, командир. Какова? Жду. Жду подтверждения. ГСМ готов. Снова на связи. Повтори. Повтори. ГСМ готов. Жду. Жду. ГСМ готов. А? Чего пугает? Ядерная ракета готова. Что стряслось? ГСМ готов. Какова? К бою готова. Слышу тебя хорошо. Так, заходим сюда. ГСМ готов. Принимаю следующую дозу тирозина. Смотри, все хорошо. Присмотри пока за всем. Непременно. Надеюсь, в этот раз тебе откроется что-то более важное. Разве Генштаб не заявлял, что дикие зерги нам не угрожают? Неужели что-то изменилось? Должно быть кардинально. На разработку таких устройств нужно много времени и средств.
они и правда так эффективны, как говорит Максвелл, нам будет гораздо проще. Но почему мы о них не знали? Может, нам забыли сказать, а может, нам врут. В любом случае, мне это не нравится. Так, что там я хотел против минусов? Нужно продолжать поиски. Я все еще что-то упускаю. Пристройка завершена. Стоун, я ведь до сих пор не знаю, что с ним. Надеюсь, он выбрался из шарфа. Оп. Плохая идея. Надо фарой бомб. Это еще не значит, что он мертв. Оказывается. Просрал бомбу еще. Кому тут принести свободу? Знаю, ты сейчас занята. Но я обнаружил среди руин следы высокоэнергетической плазмы. Что за дерьмо тут? Короче. Сейчас загружу. Принимаю следующий. Так. Все, отлично. Жду подтверждения. Пристройка завершена. Стоун, я ведь до сих пор не знаю, что с ним. Надеюсь, он выбрался из Шарпсбурга. Ты единственный пропавший призрак, вернувшийся на службу Доминиона. Это еще не значит, что он мертв. Какова ситуация? СМ готов. Снова на связи. Пора. Она новенького. Знаю, ты сейчас занята, но я обнаружил среди руин следы высокоэнергетической плазмы. Поняла. Снова на связи. Повтори. Жду подтверждения. Слышу, вы отлично. Давай. База атакована. Слышу, ты отлично. Повтори. Какова ситуация? Снова на связи. Какова ситуация? Кого подлагать? Короче, блин, сейчас еще раз начну. Здесь просто бункер должен быть, который, ну, будет танковать нужно. То есть его сразу построить. Там как раз начинают бежать собаки. Пристройка завершена. Стоун, я ведь до сих пор не знаю, что с ним. Надеюсь, он выбрался из Шарпсбурга. Ты единственный пропавший призрак, вернувшийся на службу Доминиона. Это еще не значит, что он мертв. Режим готов. Вооружен и опасен. Знаю, ты сейчас занята. Но я обнаружил среди руин следы высокоэнергетической плазмы. Здесь база нет, учета, кстати. Брось в дороге! Кому наверное! Режим готов! Снова на связи. Снова на связи. Слышу тебя. Какова? Режим готов! Жду подтверждения.
Какова ситуация? Снова на связи. Какова ситуация? Вооружен и опасен. Кого подлатать? Ядерное улучшение завершено. Кому навешать? Какова ситуация? Давай, выкладывай. Эй! Снова на связи. Улучшение завершено. Повтори. Жду подтверждения. Кто на новенького? Слышу тебя хорошо. А! Чего пугаешь? Понял. Что происходит? К бою готово. Какова ситуация? Улучшение завершено. Поняла. Подсвечиваю цель. Кому тут ты? Слышу тебя. Нова. Все точки появления червей Нидуса зачищены. Черви приближаются с обеих сторон нашей базы. Ожидаю. Жду подтверждения. Вооружен и опасен. Что происходит? Повтори. Жду подтверждения. Повтори. Кому навешать? Какова ситуация? Жду подтверждения. Что слышу? Снова на связи. Внимание! Бегом, Ор! КСМ готов! Кого подлатать? Близится освобождение. Повтори, какова ситуация? КСМ готов! Снова на связи. Слышимость отличная. Жду. Я обо всем позабочусь. КСМ готов. Снова на связи. Улучшение завершено. Близится освобождение. Положите. КСМ готов. Поняла. Отличная. Выдвигаюсь. Кто на новенького? Снова на связи. Повтори. Уже в пути. Выполняю. Поняла. Какова ситуация? Я обо всем позабыла. Пока здесь остаются зерги, отправляться на поиски информации опасно. Положись на меня. Да ладно. Гиблинги и муталиски наступают с востока. Ядерная ракета готова. Приказы будут? А, командир. Запускаю двигатель. КСМ готов. Выдвигаюсь. Повтори. Близится освобождение. Конечно. Бегу, Мор! Повтори. Жду подтверждения. Кому тут принести свободу? Отправляюсь на позицию. Ядерная ракета готова. Выкладывай. Бегом! Жду приказаний. Приказы будут? А? Кого подлатать? Так, ну сейчас забомбим мы эти все Нидусы, да и все. Что тут освободить? КСМ готов! Конечно, я знаю, что делать.
Ядерная ракета «Улучшение» завершено. Режим готов. Нова на связи. Я обо всем позабочусь. Поняла. Подсвечиваю цель. Бегом, Мар! Нова, какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Положись на меня. Дарю вам. Давай, удиви меня. Нова на связи. Пора. Я засек еще одну группу зергов. Готовься, скоро они пойдут в атаку. Откуда там кто куда пойдет? База атакована. К бою готова. Внимание! Слышу тебя хорошо. Пристройка завершена. Что на новенького? Нова. Выкладывай. Нова на связи. Приказы будут. Давай, удиви меня. Кому навешать? Повтори. Бегом, Мар! Что происходит? Брось с дороги! Райгель, я уже тогда понимала, что защитники темнят. Нужно выяснить, что случилось дальше. Сейчас выясним. Агенты, докладывайте. Мы у третьей точки. Продвигаемся немного медленнее, чем планировали. Пилоты уже ждут. Не задерживайтесь. Мне нужно заскочить в командный центр, когда мы закончим с установкой. Там остались резервные копии наших инструкций. Хорошо. Я почти закончила. А тут-то не важно. Странно. После включения эта штука дает псионный резонанс. Что это такое? Короче, походу. Планету от зергов. Мы привели их сюда. Правда, иногда бывает горькой. Горько придется защитникам, когда я наконец до них доберусь. Зерги создали инкубатор рядом с нашей базой. Я уничтожу его. Дополнительное место нам пригодится. А, точно, здесь же этот. Я ж забыл. Какова ситуация? Положи. Повтори. Выпусти. Жду подтверждения. Вооружен и об... Есть работёр. Жду подтверждения. Что происходит? Какова ситуация? Помощь. К бою готова. Слушаю. Повтори. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Дайте к вам метро зайдем. Положись на меня. Нова. Дикие зерги приближаются к нашей базе. Поняла. Поняла. Уже в пути. А кто их заблокировал, точнее? А, командир. Вступаю в бой. Ближе к делу. Поняла. Жду подтверждения. Слышимость отличная. База атакована. Слышишь, что приказали? Полник, экипажу занять боевые посты.
Решение совершено. Ядерная ракета готова. Новая. Близится освобождение. Ядерная ракета готова. Повтори. Пристройка завершена. Жду подтверждения. Какова ситуация? Выдвигаюсь. Поняла. Выполняю. К бою готова. Поняла. Уже в путь. Давай, удиви меня. Я обо всем позабуду. Снова на связи. Ближе. Жду приказаний. Ожидаю. Какова сит? Я уже заждался. Ну. Жду подтверждения. Кто на новенького? Какова ситуация? Жду подтверждения. Повтори. Слышу тебя хорошо. Ближе к тебе. Новых гиблингов мы больше не увидим. Нова, у нас проблемы. Скрытник, хозяева стаи и ультралиски наступают с востока. Если нужно, вороны могут засечь скрытней и других закопавшихся зергов. Давай, удиви меня! Запускаю двигатели. Нова на связи. Бегом, Мар! КСМ готов! Пока здесь остаются зерги, отправляться на поиски информации опасно. Слышимость отличная. Поняла. Выполняю. Экипажу занять боевые посты. Кто-то освободи. Ультрала хвалим. На исходе. Я должна крепостей нет, но танков надо было пораньше добавить, наверное. Ну пофиг, ладно. Сейчас уже пройдем, я так чувствую все. Если защитники на самом деле не сотрудничают с Доминионом, их покрывает кто-то изнутри. Пока мы ни в чем не можем быть уверены. Я попробую взломать защиту этих устройств после их активации. Думаю, это пси-излучатели. Как те, что когда-то использовала Конфедерация. Нова, мы должны бежать. Я не зачистил командный центр. Там остались наши инструкции. Мы доставим их в Генштаб в качестве доказательства. Проклятье. Излучатель заработал. Я думал, мы понимаем друг друга. Вы меня разочаровали. Вернуть их на базу. Так, ну вот как-то так. Какова ситуация? Говорите. Я кое-что вспомнила. Есть еще одно место, которое я должна посетить. История проложена. К бою готова. Кому навешать? Выклад. Есть работенка. Танк на марше! Кого под... Бегу, Мар! Слышь, вступаю в бой. Повтори. Да ё-моё, куда она пошла, эта тварь тупая? Я уже заждал. Слушаю. Новая
бою готово. Да. Есть. Есть. Ну ладно, ничего страшного. Говорить? Да, сэр. Идеально. Что происходит? Ядерная ракета готова. ТСМ готов. Улучшение завершено. Я знаю, что делать. ТСМ готов. Ядерная ракета готова. Как скажете. Кто на новенького? Повтори. Суд близится освобождение. Полный вперед! Выкладывай! Я воронку делать буду! Чем к бою готова. Тебе направилась еще одна группа зергов. Повтори. Выдвигаюсь. Слушаю. Помощь нужна? Как скажете. Конечно. Давай, удиви меня. Идеально. Вступаю в бой. Ближе к делу. Положи. Ядерная ракета готова. Отправь дороги! К бою готова. Повтори. Ядерная ракета готова. Вступаю в бой. Экипажу занять боевые посты. Командир. Ядерная ракета готова. Повтори. Слышимость отличная. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Есть работенка. Спасибо, Нова. С твоей помощью я смогу улучшить наше вооружение. Запускаю двигатель. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Так, погнали дальше, короче. Сколько мог? Я ворон! Вооружен! Вступаю в бой. Близится освобождение. Положись на меня. Уже включись. Поняла. Говори громче! Куда стрелять? Ожидаю. Какова ситуация? Положись на меня. Поняла. Жду приказаний. Говори! Что тут? Выкладывай. Начинай. Я вас... А! Положись на меня. Дарю вам мир. Повтори. Повтори. Слышу тебя, Боже. Вступаю в бой. Поняла. Выдвигаюсь. Короче, блин, надо зергов забомбить. Месторождение минералов выработано. Повтори. Подсвечивай. Повтори. Вперед! Месторождение минералов выработано. Тебе направилась еще одна группа зергов. Поняла. Что тут освободить? Кто такое? Я ворон! Помощь нужна? Положись на меня! Делаю! Говори. Чем порадуешь? Куда вступай? Сколько можно сидеть без дела? Помощь нужна? Внимание! Кому тут принести свободу? Чем парад? Ожидаю. Что происходит? Говори. Да, сэр. Экипажу занять боевые посты. База. Огонь! Месторождение минералов выработано. Промаши! Леспеновый гейзер иссяк.
Ядерная ракета готова. База атакована. Кругом враги! Ядерная ракета готова. Еду. Слышу тебя хорошо. Новак. Да, сэр. Месторождение минералов выработано. Отправляюсь на позицию. Повтори. Я обо всем позабыл. Вступаю в бой. Брось дороги! Месторождение минералов выработано. Как скажешь. Месторождение. Ну все, добиваем, короче. Какова ситуация? Через метро потом пройду. Слышу в следующий тебя. Раз. Повтори. Чтобы был вариант какой-то, да, еще прохождения. Ядерная ракета готова. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Слышимость отличная. Ближе к делу. Положись на меня. Поняла. Дарю вам мирный атом. Полный вперед! Ядерная ракета готова. Жду подтверждения. Повтори. Это база у них гигантская. Повтори. Какова ситуация? Выполняю. Слышимость отличная. Поняла. Подвигаюсь. Ближе. К бою готова. Я обо всем позабыл. А, командир. Приказы будут? Танк на марше! Ожидаю. Что приказы? Нова. Дикие зерги приближаются к нашей базе. Слышу. Ядерная ракета готова. Слушаю. Вооружен и опасен. Слышу тебя. Говори гром. Жду приказаний. Ядерная ракета готова. Близится освобождение. Давай, удивись. Ядерная ракета готова. Повтори. К бою готова. База атакована. Почему? Жду приказаний. База атакована. Слышу тебя хорошо. Ну что? Они здесь. Да, согласен, огонь пигаешь. Можно разбомбить всех нафиг. Да, бомбу. Я полагаю, мы можем возвращаться. Пока нет. Я должна вспомнить еще кое-что. Пора использовать остатки тирозина. Можем ли мы вернуть ее лояльность? Ясно. Сотрите ей память. Начнем обучение. Заново. Баба, короче. Мутит это вот.
связаться с Валерием. Что случилось снова? Я все вспомнила. Они лгали мне. Вынуждали убивать невинных ради своей чертовой цели. Их лидер, генерал Дэвис. Дэвис. Она всегда была верна моей семье. Семье, но не вам. Пока она жива, гражданские будут умирать. Ее нужно убить. Нет. Народ призывает меня отречься от престола. Нельзя позволить ей стать мученицей. Нужно все сделать правильно. Пока мы ждем, гибнут люди. Разве это для вас не важно? Важно. Я понимаю, через что вы прошли, но решать не вам, Нова. Ставки слишком высоки. У меня есть план, и я надеюсь на вашу помощь. Хорошо. Генерал Каролина Дэвис, это Валериан Минкс. Я намерен сложить свои полномочия. Хитрец, хитрец, короче. Типа сваливает, но не сваливает. Ну все, ребят, короче, пока больше ничего нету, вот такие вот дела. Ну что же. Выходим, ждем третьей части, соответственно, ребята, на сегодня все. Увидимся завтра, приходите, в 12:00 у нас Старлига будет, вот как-то так. Приходите и будем смотреть ее. До завтра. Спасибо всем за поддержку, за помощь, за внимание.